Телета Лык завершился ремонт средней общеобразовательной школы. Школьники-учителя будут иметь возможность учиться и преподавать в уже красивом и по-новому обустроенном учебном заведении. Подробнее в материале Амины Артабаевой. Уже совсем скоро начинается новый учебный год. К нему уже активно начинают готовиться школы республики. В связи с этим Италыкская школа уже готова распахнуть свои двери для учеников и давать им еще больше новых знаний. Школьники будут иметь возможность учиться уже в обустроенной и отремонтированной образовательной организации. Мы в 2022 году попали под капитальный ремонт. Соответственно, мы в 2021 году учились в соседней школе в две смены. За год нам капитальный ремонт сделали. У нас все новое, столовая, все у нас новое, классы у нас новые, парты, стулья, все у нас новое. Говоря непосредственно об обучении в Талыкской школе, нужно отметить, что у детей в начальных классах уроки проходят в основном в игровой форме, что вызывает у детей интерес к учебе и к новым знаниям. Посмотрите, осенняя погода, сделали дети сами. А следующее, вот посмотрите, у нас очень много по селу божьих коровок. Мы их на бумаге тоже сделали. Это, заметьте, нулевой класс делает. Так, вот грибочки у нас, посмотрите. Вот грибочки. А вот на Новый год что сделали дети? Я им, конечно, помогаю, но в основном они заинтересованно сами делают. Также при Талыкской школе открыта и работает точка роста, естественно, научной и технологической направленности. Предметами, которые будут изучать в данном кабинете, являются химия, биология и физика. В связи с этим было приобретено новое оборудование, с помощью которого школьники смогут спокойно проводить лабораторные, исследовательские и практические работы. Благодаря этому центру в нашу школу выделили датчики, вот такие у нас мультидатчики имеются, с помощью которых мы можем проводить практические лабораторные работы. С этими датчиками можно определять освещенность помещения, можно определить, например, влажность почвы и так далее. Помимо этого мы с помощью микроскопов, которые мы получили, тоже проводим маленькие такие лабораторные работы по изучению, например, микропрепаратов. Как устроены, например, листья растений, как устроены, например, микроорганизмы и так далее. Школа уже активно готовится к 1 сентября. Уже приобретены баннеры, шары, плакаты и тому подобное. Для того, чтобы празднично встретить своих любимых учеников. Амина Артабаева, Ахмат Чучаев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия.